Следующая, скажем так, группа элементов и процессов – это диагностика. Есть много разных технических знаний, которые необходимы для этого, реализации этого процесса. Но есть организационные некие решения, которые необходимо сделать для полноценного внедрения этого процесса. Диагностика по нашему опыту, соответственно, даже выступали тут на конференции у диагностов с таким лозунгом, что давайте наведем мосты между службой диагностики и отделом главного механика, там, энергетика и так далее. То есть в реальном производстве люди часто просто не знают, чем занимаются вот эти смежники, то есть диагносты своей жизнью живут, а механики, соответственно, своей. И то есть одна из наших задач – это, собственно, интегрировать процесс диагностики, процессы планирования. Этому мы посвящаем там целый день там, нашего семинара, как бы с привлечением наших партнеров и прочих там людей, которые занимаются диагностикой. Но это важный процесс.